От меня нет, вы не проходите дальше. Я вас финиширую. Спасибо. Я просто немножко не поняла сейчас, ребят, простите меня, пожалуйста. Серег, при всем уважении, я реально типа, твоему вкусу музыкальному доверяю, часто прислушиваюсь, но часто не соглашаюсь. Я не понимаю, почему ты все время финишируешь. Всем тем, кому мы хотим дать шанс и видим какую-то перспективу, ты берешь и рубишь. Почему вот смотри, вот тебе не нравится то, что я им нет сказал, или то, что я заканчиваю? Я говорю, да, ребят, я в вас верю, и потом нет. Типа, мое слово вообще тут ничего не значит. Оленька, ты знаешь, вот ты сказала, что ты доверяешь моему музыкальному вкусу. Иногда. Да? А я настолько доверяю твоей женской интуиции, что я готов до конца сегодняшнего рабочего дня давать тебе финишировать. Серьезно? Да, ты хочешь? Я даю тебе право своего голоса. Самое дорогое, что у меня есть. Да ладно? Да, реально. А если я отдаю тебе твой голос, а ты его принимаешь, значит, дорогие коллеги и дорогие зрители, у меня выходной. До новых встреч. Спасибо всем. Ты уходишь? Ну а зачем я тут? Ладно, старик, давай завтра увидимся. Подожди, я сама не поняла. Это типа что, я сейчас все решаю? Да, теперь ты. Я у вас первый раз, поэтому я пока ничего не понял. Нет, ну получается, смотрите, правильно я понимаю, что если вы два да, мое одно нет, все. Ты в пролете. Нет, ты в пролете. Участники в пролете. Блин, а можно так с будущим мужем тоже? Просто типа не спрашивая мужа, говорить за будущего мужа. Ты у Сереги спроси, он тебе ответит. Это классная опция, девчонки. Прекрасно. Берите на заметку. Ну что, погнали? Давайте продолжим. Давайте продолжать, у меня два голоса. После того, как Серега отдал свой голос Ольге Бузовой и покинул свое кресло, положительных вердиктов стало гораздо больше. Интересно, что бы на все это сказал Серега? Когда ей сложно сказать «нет», она как бы говорит «да», хотя имеет в виду «нет», и сваливает на нас, ну, в основном, скажем так, на меня, миссию сказать человеку «нет». И в то же время, когда я говорю «нет», ей не нравится, что я говорю последним, и как бы мое слово для зрителей кажется более веским. Вот, я предоставил ей решать сегодня.